которая лежит на депозите. Плюс влияет как бы то, какие сделки он открывал до этого. Ну, то есть стратегия определенная. Он по трем стратегиям одновременно работает. А кто эту программу создал? Ну, есть разработчики. Русские? Или... Да, русские. Наши? Офигеть, прикинь. Наши русские создали? Да, русские ребята. Фантастика. Они просто обрушили, они сделали доступным, они, получается, революцию совершили финансовую. Нет, на самом деле революции никакой нету. Роботы достаточно распространенное явление для трейдеров. То есть, ну, как бы трейдер даже может с более-менее какими-то такими навыками программирования написать себе робота. Просто фишка в том, что написанный робот, он будет эффективен, к примеру, в какой-то определенный отрезок времени. Но рынок – это живая система, которая постоянно меняется. И необходимо этот инструмент улучшать, ну, исходя из того, как меняется рынок, вносить изменения в саму стратегию. То есть они там такие сидят и говорят: «Так, Вася, давай попробуем разыграть, мы же театр». Вот как это происходит? Вот они такие, у них же есть там какой-то офис, они такие собираются: «Так, сегодня произошла новая фигня». Например, можешь про какую-нибудь новую фигню рассказать, из-за которой нам надо поменять программу? Ну, новая фигня, Англия уже пытается выйти из Евросоюза. Англия выходит из Евросоюза, срочно меняем алгоритм. Что меняем? Давай, ты же у нас программист, говори, что меняем. Я не программист. Ну, как будто бы, мы же играем, да. Окей, нужно сделать торговлю более безопасной. Для этого мы там внесем кое-какие корректировки. Например, что сделаем? Например, уменьшим лотность. Лотность уменьшаем, быстро! Все понятно. Юра, все понятно, просто уменьшаем лотность. Все, друзья, спасибо, уменьшаем лотность. Англия выходит из Евросоюза. Не становитесь инвесторами, нам мне не пофиг, но пофиг Алексею. Я на пофиге Алексея еду, как на тигре. Верхом на пофиге. Слушай, ну как я тебе попыталась задать вопрос, человек вкладывает миллион, получает от 200 там...